Так, доброго ранку всім. Він не завжди добрий в Україні. Ну, оборот речі. На вулиці, видимо, похолодало, холодновато стало, поэтому одягаємося тепліше, будь ласка. Так, є питання, трохи вам розповім свої думки. За підтримку вдячний, за лайки вдячний, за спілкування вдячний, за чимна. Грубіянов удаляють. Да. Чернігов, мої соболезнования людям. Ну, у нас, видите, у нас утро, например, начинается с радости ударов под жанкою. Потом горюем по Чернігову. Потом в середине дня радуемся с видео с фронта, подбитой очередной колонной Российской Федерации, оккупантов. И к концу дня радуемся за прекрасную игру Андрея Унина, игрока сборной Украины, который весьма посредственный Реал Мадрид вывел полуфинал Лиги Чемпионов на своих костях. Ну, у него такие матчи, как провел вчера Унин, это войдут в историю мирового футбола. Это когда крутят пенальти, забитый Ювентусу молодым Шевченко. И как он был органичен как футболист, и какой он никчемный как администратор. Андрей Шевченко, не писатель. У писателя наоборот с мозгами было все хорошо. Ну, потому что я любому футболисту желаю, сейчас есть аудиокниги, аудиоформат. Не обязательно в школу ходить, но аудиокниги можно слушать. Не только как футболист Зюба мастурбировать в порнохабах. И книги можно читать до самой смерти своей, до самой старости, кому повезет. Ну, по Чернігову они ударили эти мрази в отместку за нанесенный, ну, я считаю, это мега-операция была, одна из величайших операций в истории армии Украины и спецслужб. Это разгром аэродрома в Жанкое, в котором была уничтожена батарея с пунктами управления С-400, Триумф новейшая, С-300. Ну, по сути, это была рекламная кампания российского вооружения на планете Земля. И поэтому они теряют контракты. Благодаря таким операциям, как в Жанкое, американские компании выходят на Трампа, спонсоры, например, военные, по ВПК, BlackRock, да? Lockheed Martin, Raytheon и другие. И говорят, Northrop, и говорят, Дональд, ё-моё. Макрон поставляет там Цезарь первые, и Франция уже вторая, третья в мире вооружения, на рынке вооружения. Они поставляют ракеты, ну типа JDAM, только навороченные, с ускорителем ракетным. Они рекламируют свое оружие. Вот нам же, когда американцы поставили джедамы свои, то к ним было много вопросов по уровню их работы. КВО было отклонение сильно большое. И Боинг занимается этой проблемой. И они сказали, ты можешь любить, не любить Украину, но рынок испытания оружия в реальных боевых условиях нам нужен. И мы тогда понимаем, в каком направлении новую ракету, сейчас после Атакамса, она там PRSV, по-моему, называется, развивать. И вот они нам дают предпоследний Атакамс, который идет там по баллистической траектории 40 километров с высоты, а С-300, С-400 работает там на 27-31. И обратно возвращается со скоростью 5-6 махов, и С-400 курит газету. И поэтому один из факторов той помощи, которая может быть нам опять возобновлена, это
давление американского военно-промышленного комплекса на Дональдовича Трампа, позывной «Рыжий», начальник шампуня, чтобы нам продолжить оказывать помощь. Да, я в этом это так вижу. Это так нормальная пресса пишет, которой я доверяю. Ну и плюс за каждого выборщика в США сейчас идет борьба. Как Байден с этой женщиной, которую я хвалил, замову, давит на Зеленского, чтобы мы не бомбили МПЗ, потому что галлон бензина нужен Байдену подешевле. Бензин всегда на дороже жизни целого свободолюбивого народа. А я ее хвалил, видите, каюсь, вице-президента США. Она не совсем хорошая, раз ей бензин дороже человеческой жизни. А на Дональда тоже давят, потому что у него есть большой осередок людей, которые могут за него в Иллинойсе проголосовать, там, где много украинцев, и в других штатах, и людей, сочувствующих Украине. Поэтому пошла борьба предвыборная, поэтому и появился такой закон, по которому даже такие, я писал вот эту тему, Виктория Спарц и Заупа, даже такие Заупы, как Виктория Спарц, хотя это мужское название полового члена, да, концовки, мы не дадим оружие Украине, но и они уже особо не слышны. Ну и так как Шампуню поступила команда голосовать за альтернативный закон через кредитование, как говорит Зеленский, давайте нам в любой форме, кредитами, процентами, но давайте помощь. Будет выставлен на голосование законопроект. Надеюсь, демократы не помешают хотя бы в такой форме нам проголосовать за этот закон. По Виктории Спарц-Заупе, она с Черниговщины родом, да, но она жила у своей тети в Москве, И там в Москве, я думаю, ее вербануло ФСБ или КГБ, и подсадили ее к этому американцу, у которого она стала женой. Виктория Спарц и Украина – ничего общего. Как говорит Филат Филатович Филатов, знаменитый Филатов во всем мире, который возрождал парк русской славы, Севастопольский парк в городе Днепр. Виктория – это моя подруга. Мне кажется, надо выйти публично в Фейсбуке и объяснить, что это была нелепая шутка, что Виктория Спарц – твоя подруга. Как и у Бутусова подруга была Виктория Спарц. Бутусов уже не хватает у него мужества выйти и сказать, извините, пожалуйста, это была спецоперация, мне лишь бы того Зеленского замочить под любым соусом, и я готов хоть с дьяволом сотрудничать. Ну да. И когда в центре Чернигова сотня людей умирает, да, то Виктория Спарц орет, оружие нельзя давать Украине, да, там воруют. Поэтому, если кто-то будет случайно видеть Викторию Спарц, ну так, в жизни, подойдите и плюньте ей в лицо. Как собирать харькачки с носоглотки, я могу подсказать, например, в следующем влоге покажу. Это некрасиво, ну, визуально это некрасиво, но это очень будет эффектно. Я даже боюсь, например, вот, ну, война закончится, и, допустим, я буду жив, я где-то случайно увижу какую-то рожу российскую, которую я визуально знаю, кто это. И я боюсь за себя, чтобы не было под рукой ни вилки, ни ножа. Хотя мне, в принципе, с моими навыками не надо эти средства, чтобы задушить какого-то Соловьева. Ну, мои соболезнования, видите, мы провели блестящую, величайшую операцию. Разбомбили склад ракет, которыми они стреляли с бастиона комплекса по Одессе, разбомбили эти две батареи никчемного российского оружия, разбомбили склад боеприпасов, там испарилось 22 мальчика в трусиках, они спали, а мы вероломно и подло нанесли удар. Ми-28 горели, какие-то там вертолеты, 2 К-52, ну что там горело, 12 прилетов было. Как говорит Российская Федерация, мы все сбили. Ну, они в отместку... Я с Чернигова встречал очень много людей.
Польщі, во Львові, ну, ватне і ватне. От безразлична вата проросійська, ну, на границі з Російською Федерацією, к сожалению, у нас преобладають такі люди. І видно, какая-то сволочь дала координаты медзаклада, говорят, там, наверное, много людей лечится. И они не пожалели падло-3 Искандера на поражение людей, которые лежат в постельных койках. Помер Дмитро Капранов, відомий публіцист, громадянський діяч. Ну, я с удовольствием в Логі его слушал. Очень много он мне приоткрыл интересных тем по развитию Украины, истокам Украины, нюансы. Мне нравится всегда история в нюансах. Мне не нравится история пропагандистов, а нравится в нюансах. Ну, вечная память этому человеку. Ну, я плотно на его публицистике сидел где-то последние года 3. Ну, такие как Капранов как раз и несут все самое светлое от этнокультуры. Надеюсь, их проект будет продолжать жить. Ну, видите, 57 лет ему. Мужчины после 50 лет в Украине долго не живут, к сожалению. Министр финансов Марченко выкористовує будь-які зачепки, чтобы не платить за будівництво водогону на батьківщині Зеленського. Максим Шкіль. Ну, построили водогон от Каховской ГЭС за 3,5 миллиарда гривень. Ну, сейчас это большая проблема. Многие бизнесмены либо за свои деньги строят бомбосховища для тех же самых трансформаторов, либо водогоны, и государство их плохо финансирует, к сожалению. Ну, и я надеюсь, что просто нет денег у правительства, и они оттягивают просто, ну, платеж. Ну, надо бы за такие программы платить своевременно. Продолжаю смотреть фильм «Подпольная империя» про муниципалитеты Украины. И там, получается, верно подданный слуга немец этого Наки, тайного мэра Атлантик-Сити, едет на задание передать деньги. И говорит, я буду это защищать ценой своей жизни. И Наки ему отвечает, не драматизируйте, это всего лишь деньги. То есть цена жизни всегда должна быть на первом месте. Из приятного, ну, посвятил определенную часть жизни продвижению темы БТР CV90 шведской. Приложил к этому руку. Министерство обороны по моим просьбам многочисленным приняли ее как основополагающую для армии Украины. И первый контракт есть на 1000 CV-90. Первую партию, 51 машину они нам передали, чтобы мы попробовали ее в бою. Ее передавали с Афганистана. Она понравилась, наша армия. Ее там, ну, она делается так, как и страйкер, в разных вариантах. Она есть в виде легкого танка, в виде тяжелой БМП 40-миллиметровой пушкой, есть в виде САУ-миномета, молот ТОР и много чего другого. И это прекрасное начинание из АЗС и СП. Украина-Швеция с дальнейшим частичной переноской производства на территорию Украины в будущем. И я благодарен Зеленскому, что и его людям, которые со мной связывались, что эта программа пошла именно в том пути, что мы начинаем сначала совместное предприятие в ЕС. Почему? Потому что мы не можем свою территорию защитить от ракет. Как говорит Зеленский, 7 ракет мы сбили, а 3 у нас просто закончились ракеты на Трипольской ТЭЦ. По Путину, вспомнил, когда слушал Минаева, первое начало войны, да, Второй мировой. И там же, получается, поляки отказывали Гитлеру отдать ему Гданьск и территории, которые могли бы соединить на Пруссию восточную. И
Гитлер считал, что его спровоцировали, и он напал. И Путин же в своих интервью этому Карсону говорил, а не нужно было их провоцировать. Ну да, это же когда у Чикатило спрашивали, зачем ты их убивал? Ну а что они ходили по посадке, эти маленькие дети, и провоцировали меня? Или женщинам в короткой юбке? Не нужно было провоцировать. Самое интересное, нас называют фашистами человек, который цитирует постоянно Гитлера. Как своего учителя. Интересно, да? Так, ну про рекламу экспортного варианта комплекса С-400 я сказал. Много видео вчера было в интернете. Там, где мы С-90 танки палим маленькими гранатами американскими. Я не помню, какая она. М-62 ручная. Ну да, так бывает. Там политика много пишет, Политико, американское издание, которое связано с Байденом, о том, что фронт может обрушиться. Я это в первую очередь связываю с тем, что все-таки надо дожать закон по военной помощи Украине финансовой со стороны Конгресса. Я не вижу условий обрушения фронта. Даже если где-то мы пятимся, мы эти квадратные метры, иногда километры, продаем дорого. Поэтому фронт не обрушится ни под какими обстоятельствами. Даже если мы будем где-то отступать. Если мы часть Донецкой области им продадим дорого, то игра стоит свеч. Линия обороны строится чуть-чуть дальше. Я с тезисом Политико не согласен. Вот эта бомбежка, которая была Израиля со стороны Ирана, ну, согласованная с администрацией Байдена, напомню, что Керри, Кетчуп Хайнс, у него много детей, и приемных, и своих от первого брака. И часть его семьи, они породычались с лидерами Ирана, не духовными, а политическими. И у них очень теплые отношения с Ираном. Когда пришел Байден к власти, они же пролоббировали, разморозили 16 миллиардов долларов, замороженных на спецсчетах. Поэтому этот обстрел был согласован, но радует то, что Израиль в отражении атаки Ирана помогали Саудовская Аравия, которая не переваривала Израиль раньше, и Иордания. То есть сунниты помогают Израилю и иудеям бороться с шиитами, которых съехала чуть кукуха. Единственное, какой есть аргумент железный у Ирана в производстве ядерного оружия, это как США относятся к Украине, не соблюдая международные договора, гарантии безопасности. И любой швец, негодяй по-своему, да, рассказывает, что вы неправильно текст на английском прочитали Будапештского меморандума. Вам гарантии никто не давал. Когда у вас забирали 43-ю армию со штабом в Виннице, РВСМ, и забирали три вида ядерного оружия, стратегического, тактического и т.д. и т.п., то вы просто неправильно договор прочитали. На те виды вооружения, которые они нас забрали и разрезали наши ядерные технологические циклы в Украине, американцы, заканчивая самолетами Ту-22М, они нам по гроб жизни обязаны, а мы не должны у них пули выпрашивать. И любой Иран может тыкнуть их этим договором в лицо и сказать, что они Украину кинули, поэтому мы верим только себе и своей ядерной боеголовке. Вот и все. Потому что американцы поступили, как обычные кидалы. Они что-то резали все, включая и ту же самую РЛС-кольчугу. Резали все. Вот у меня в городе этот был Приднепровский химзавод, пока оборудование, связанное с производством ядерной боеголовки, не перерезали, они не уехали с нашего завода. Наобещали нам золотые горы и смылись. Все, сущность американского общества отражена в фильме «Подпольная империя». Это ж они сами про себя снимали. Не мы, они.
И саудиты, и иорданцы помогают Израилю в первую очередь. Почему? Потому что во всем мире правят деньги. И деньги региона, нефтяные, технологические, побеждают в первую очередь. Да. И религия, Коран, это уже такое на третьем месте. Главное бабло, как бабло, там шинкуется или не шинкуется. Два слова о американцах, ну хороших, да, ребятах. У меня бабушка, когда, ну, уроженка Варваровка, Варваровка у нее село было. Ну, там она где-то в районе Часового Яра родилась, жила с Кобзонами рядом, с семьей. А потом они переехали в пригород Донецка, в Юзовку. И когда она вспоминала этот Голодомор именно в Донецкой области, она, ну, у меня такая женщина была малообразованная, она ревела, как белуха. Вот сидит и ревет. Они мне ничего не рассказывали, я, у меня претензии к дедушкам и бабушкам, потому что они мне ничего не рассказывали. Мне это интересно исторически. Хотя бы со своих этих взглядов. Но голод для нее это была трагедия. Трагедия всей ее жизни. И вот это же когда Гарри Джонс, уроженец Уэльса, и журналист газеты «Гардиан» увидел этот весь голодомор у нас, тут миллионы трупов везде валялись. Люди людоедами стали. Обменивались в семьях детьми. Своего не мог съесть, отдавал соседу. Говорит, иди поиграйся к соседу. Сосед того ребенка ел, а ты другого ел ребенка. И такое было. И бабушки заманивали молодых деток каким-то там куском хлеба к себе и убивали. Бабушки-людоедки были. Все это было. И когда Гарри Джонс рассказал на первых шпальтах газет мировых о том, что происходит в СССР, а тогда был план Рокфеллера начался, чтобы поднять, реанимировать экономику США в Великой депрессии, они с СССР зачекинились на бабки, то по заданию правительства США, такие как этот Швец, Нью-Йорк Таймс, была спецскорая в Москве, да, они грязью облили Гарета Джонса. И писали про него статьи, что это Мурло, которое обмануло, и все, в СССР нет никакого Голодомора. Да. И был такой Юрий Швец того времени, Уолтер Дюранти. Ну, он или Швец, или Табах. Табах, Табахи. Это ж Табах, Максакова, ну вот эти все откуда, вот с России, кто с Москвы приехал, вот у них, как ни крути, они могут там этот, вышиванку одевать, флаг Украины вешать в своих стримах. Но когда читаешь их в Википедии, у них все идет туда, в Москву, понимаете? И Уолтер Дюранти, он же облил грязью Гарета Джонса, работал на НКВД и выполнял услуги правительства США и Рокфеллеров. Да. И потом же этого Гарета Джонса убили в Монголии, да, НКВД. Заманили и убили. Я ж помню, как был молодым парнем и прилетел Джордж Буш-старший, он жесткий человек был, из Техаса, к нам в Украину, и умолял наших коммунистов не выходить из СССР. Говорит, вы с Горбачевым, с Россией должны остаться, что вы творите? И они сейчас же так нам не бейте по НПЗ. Как говорит Геннадий Викторович Балашов, его слушать невозможно, сказочник. Зачем вы бьете по НПЗ? То есть сам он вывез дочку и сына в США давным-давно, всю семью вывез, капиталы вывез, не успел только в Киеве продать недвигу в центре города. Сам сидит в Майами или в Тампе, где он там, я не знаю. И рассказывает, как на белом глазу не надо стрелять по НПЗ. То есть не его же дети в окопах. Не на его детей едут по 300 ББМ в день. Эти колонны, я не знаю, когда они закончатся. Мы по 150 машин в день подбиваем, они едут и едут. Едут и едут. И оно сидит там в океане, за океаном. Чат бы свой привел в порядок. Там же постоянно все пророссийщено. И рассказывают, что не надо бить по МПЗ. А знает Геннадий Викторович Балашов, что ББМ заправляются бензином,
соляркой. Керосином заправляются самолеты, которые нас бомбят. Да. Вот эта машина «Искандер», которая выехала на позицию и била по больнице в Чернигове, она заправляется с утра соляркой. Господин Балашов, негодяй. Это просто негодяйщина. Убежал туда в США, заткните свое хлебало. Вот там есть там всякие, рассказывают, как нам жить. Я ложусь спать, и я не знаю, прилетит Искандер, не прилетит. Рядом два раза уже взорвалось. И рядом полдома нет. Они живут в какой-то там тампе, Майами, и рассказывают, как нам жить. Приедьте сюда. Вот приедьте сюда. Мы все в трусах спим. Почему? Потому что если разбомбят дом, то хочется, чтобы тебя в трусах доставали из-под завала. Если вы там, заткнитесь, рассказывайте про США. Про США, не про Украину. Либо приезжай сюда, и тогда уже будем вместе. Ну, ишаки – это комплимент для них. У меня там знакомый постоянно скрины одного общего знакомого присылал. Я говорю, не присылай, говорю. С ним переписывайся, обсуждай политику, войну, вы на одной почве с ним. Но мне не присылай. Я с Дугинами, с пророссийскими этой сволочью не общаюсь. У США постоянно красные линии. Если мы ударим по Крыму, красная линия. Если они нам дадут гаубицы 777, красная линия. Если они нам дадут хаймарсы, красная линия. Не бейте по мосту Керчи, красная линия. Дадим атакамсы, красная линия. Вот сплошные красные линии. И потом они нам присылают кучу табахов, швецов и любарских. И начинается вот это лапшифуяние. По Красногоровке. Я уже изучил эти две посадки, как они едут с Донецка в Красногоровку. Там 80-й бригады зона ответственности. Может, меня кто-то случайно смотрит. Ну, уточните, у пограничников они минируют дистанционно ТМ-62 с помощью этой Бабы-Яги. Либо у Мадьяра. Он прекрасно минирует дистанционно. Я знаю эти две дороги, как они едут до вокзала этими двумя колоннами. И ловите эти чудо-танки, которые они сделают в виде сарая. Либо обтурите их. Чего они так вольготно ездят? Ночью, приходит ночь, отправлять ее туда 20-30 мин. А они там ездят, как у себя дома. И повторюсь, вот эти все линии Машино, которые мы делаем свои, эти зубья, мы ее должны засеивать противопехотной миной. Противопехотной, не танковой, пехотной. Они через любые зубья дракона должны идти ногами. И взрываться. Там мы еще попали еще куда-то там. Я уже... Ну, настолько интенсивные дни сейчас идут. Эти всякие... Воронеж прилетало, еще куда-то прилетало. Ну, все, что летит очень далеко, это факультатив. Для меня самое главное, что... Мы должны быть экстракласса воинами в коридоре 300 километров. Да. Ну, шампунь Джонсона, я его перестану называть шампунем, когда он проголосует за Украину, но не будем торопиться. Да. Атакует этот Грин, сумасшедшая российская конгрессвумен. И еще один мужик какой-то. Вот прямо за руки хватает его и орут, иди в отставку. Он говорит, не уйду никуда. Правильно, не уходи, голосуй за Украину. Верховные меры у российской армии. Ну, мы все видели видео, российский офицер снял штаны и писает на рядового. Я любого рядового россиянина призываю, что если у вас завелся такой офицер, который вас обоссал. Вам нужно его застрелить и все. Да, это будет правильно. Это достойный выход из ситуации. Но не обоссанным же жить всю жизнь. Застрели его. Это не устав, что он делает. Я уже надеюсь, вот я Бога молю, когда мы в плен захватим, вот я постоянно смотрю ролики допросовых, какое-то, знаете, вот лицо, не обезображенное интеллектом.
Вот честно говорю, не то, что при всем уважении к противнику России, ну, в плену у нас одни какие-то лешие. Когда будут тарийцы, когда будут русичи, когда будет Иван, я не знаю, как это у вас там, Иван Добрыня, да, Добрынич или Никитич. Кстати, этот Илья Муромец, он же был маленький такой. Он просто был палач у дружинником при князе и охранял его детей. Но люди раньше были маленькие, скудно питались, скудно жили. Жили недолго, и богатырями были по 1,60 м. Син Цзиньпинь закликал Шольца не помогать Украине, а Шольц попросил Син Цзиньпиня не помогать России. Ну, я говорю, что Китай – это зло, это преступники, которые все делают в этом мире чужими руками. СБУ уничтожила российскую РЛС «Небау». Это станция дальнего обнаружения. Эта станция больше нужна войскам НАТО. Ну, мы помогли, значит, Польше условной, чтобы россияне ничего не видели, когда что-то взлетает в странах НАТО. Она стоит 100 миллионов долларов. Россияне там пытаются модернизировать Ту-22М, чтобы поднимать вот эту чудо-кап 3 тонны и сбрасывать на нас. Вот это у них сейчас идут кропотливые работы по модернизации самолетов, которые мы им передавали. Вот эти же наши брахманы, типа Тимошенко. Вот кто у нее спросит, что у тебя Медведчук в банке хранил деньги у зятя? И чего вы передавали стратегическую авиацию россиянам при помощи США? Там же, когда мы передавали эти в Миргороде самолеты, то комиссия США приезжала и смотрела, как они улетают в Россию. Смотрел передачу интересную про Королева, Сергея Королева. У него мама, по-моему, у него была фамилия Москаленко из Нижина. Мама его сделала украинцем, хотя у него фамилия папы российская. И он даже еще до попадания в шарагу Туполева, он говорил на украинском, анкеты все заполнял на украинском. И когда он отправил Поповича в космос, то попросил спеть Поповича песню «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». И Попович ему на корабле пел эту песню. Да. Поэтому это хоть был и советский человек, но глубоко любящий свою Украину. Смотрел передачу про как снимать жилье. И, кстати, он, ну, в Житомире очень мало пожил. Я был на этой улице, там памятник стоит в центре города Королеву. Они с мамой, когда папа, я не помню, или умер он, или развелись, но они уехали жить в Одессу. И он в молодость провел в Одессе с отчимом. И отчим его привел вообще к инженерному делу. Ну, а потом все по фэншуй. Тюрьмы, выбитые челюсти, работа на золотых рудниках в Магадане и на Колыме. Чудом выжил, так как этим диктаторам и убийцам нужна была ядерная бомба и ракетоносители. То его выковырили, Туполев вспомнил о талантливом инженере и обратно вернули в шараги. А что называли шарагами? Потому что работали за тушенку на шар. Смотрю передачу про наших релокантов, которые едут в Швецию. Оказывается, в Швеции такая тема, что домом, не квартира, а домом целым владеет какая-то фирма и сдает эти квартиры потом в найм. Там у них нет такого, как у нас, например, Дмитрий Ильич Гордон владеет 100 квартирами.
У них распространена практика, что эти дома принадлежат целой компании. Рубрика моя стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. Росгвардеец застрелил работника почты России, а потом расчленил его. Сергей Бондаренко отвечал за охрану в почтовом отделении в Адыгее. В какой-то момент он поссорился с одним из сотрудников почты, 22-летним Рустемом Шовгеновым. Ну и, в общем, он ему выстрелил в голову, Рустему, и потом сделал все по фэншую. А не нужно было провоцировать героя СВО. В Турции испытали крылатую ракету. Я наблюдаю за турецким ВПК. У нас школа намного была лучше фундаментально, но турки нас уже обошли. Во-первых, много турков учатся в американских институтах по государственной программе Турции. И потом привозят технологии. Ну и плюс у Эрдогана такая практика, как по CV 90. Первую партию они покупают за живые деньги, а потом частично начинается развиваться на территории Турции производство. И они сделали ракету крылатую мини-смарт, которая разгоняется не самолетом, а обычным пикапом. Пикап едет по автодороге и запускает крылатую ракету. Дальность поражения крылатой ракеты этой с пикапа 200 км. Длительность пребывания в воздухе около 1 часа. Синдром Балашова. Ну, Балашов говорил, что Саакашвили это палач. Мне кажется, ну, Балашов долгое время дружил и деребанил землю вместе с этим, с Черновецким, Леня Космос. Леня Космос живет в Грузии, наверное, недвиги там поднабрались. И поэтому нужно изобличать режим Саакашвили. И сейчас российские Иванишвили разгоняют молодежь в центре Тбилиси, применяя насилие. А это не насильники. Саакашвили был плохим. У нас либертарианцы, они Советского Союза, со красной звездой на лбу. И сейчас эти марионетки Газпрома чинят беспредел правовой. Ну, протаскивают закон об иноагентах. В Дубае вода. Ну, Дубай вмешивается постоянно в природу, в экосистему. Они там подрядились постоянно вызывать дожди. Ну, да вызывали, что скоро эти Дубай смоет просто с карты земной. Ну да, по колено в воде и по шею сидят. И Теслы у них уходят под воду. Не надо влазить в природу, матушку, не надо. Смотрел, кстати, про дом Куни передачу. Ну, он живет с этой женщиной, адвокатом. Мусульманкой живет, да? Счастливо и в радости. Она ему детей рожает. Рад за Куни. Так у него вот эта мега-богатая семья, мультимиллионера. И у них весь дом в бойлерах, в солнечных батареях и в накопителях естественных тепла и энергии, да? Технологий масса. Богатые куни не пользуются услугами ТЭЦ Рената Ахметова. В российской школе установлена парта героя памяти российского Игоря Маслова. Ну, в общем, мы его тут забаранили. Стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. Алеша, Алеша, стоит над горой. А у меня была мечта в Трептов-парке побывать и посмотреть, как он плащом закрывает дитину. А мой дед сказал мне, Микола, десантник 45-ї дивізії ВДВ, його з Башкирії забрали на війну. Тяжело ранен був 3 рази. Ой, онуся, який це Альоша, який це плащ, господи. І мовчав. Ну, боявся, тому що розкаже мені, а я потім далі розкажу. В общем, він зарізав подругу 25 ударів ножом. И потом его реинкарнировали в героя, отправили совершать преступление в Украину, мы его тут уничтожили. Теперь в честь этого героя парта в школе. Игорь Маслов его звали.
Хорошую передачу смотрел, наши хвалят RQ-35, датский БПЛА, разведывательный, маленький, хорошо работает против помех российских и качественно наводит, куда надо, что лететь. И поэтому рекомендую всем изучить тактико-технические характеристики RQ-35. Там он вместе с чемоданом управления всего лишь весит 24 килограмма. Неплохую передачу смотрел про наши перспективные ракеты для РСЗО, Тайфун 1, 2, 3, 4. Надеюсь, их делают, и надеюсь, у нас есть производство, которое выпускает. Ну, Тайфун 1 это 122 мм, Тайфун 2 220, Тайфун 4 400. Дальность стрельбы первого 40 км, второго 65, четвертого 280. И там у него поменялась система топлива заряжания. Она современная, нам американцы передали технологию. И КВО вроде бы неплохое. Ну, мы как россияне, мы в тактико-технических характеристиках пишем, что чуть ли оно не лучше Хаймарса, но на деле мы пока его видим мало. Все эти программы многие года сдерживал Янукович по просьбе Москвы. Не развивали. Слушал немного выступления у Карсона, который не живет на крыше этого владельца Телеграма. Он говорит, что ключей нет как ни у ФСБ, ни и американцев. И американцы его хотели завербовать, и россияне. И выставляют постоянно ультиматумы. Поэтому он живет у арабов и чувствует себя нормально. Но Карчинского я вчера слушал, он утверждает, что Телеграм это ФСБ. Но мы через Телеграм видим реальную картину боя. Делаем выводы, помогаем нашим военным, донатами и всем остальным. Собираем мадьяру, птахи мадьяра и другим боевым подразделениям. Поэтому Телеграм, я в нем вижу только положительное все. Да. Мы часто слышим выражение такое «трипилля», «трипилля». Я хочу уточнить, что это такое «трипилля», «трипильская культура». Это устарелая система полеводства с делением пашни на три поля, каждая из которых засевается сначала озимыми, затем яровыми, а потом на третий год оно оставляется под паром. Пар – это старое выражение у агрономов – дать отдохнуть земле. Поэтому трипилля – это в трех видах использования земли для пашни. Вот сколько оживись, столько и учись, и образовывайся. У меня сегодня очень много рубрики стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. В Омске неизвестный взорвал отделение Сбербанка. Он пришел взять банкомат, но не получилось. Ну, отделение разлетелось в дребезги. Я же говорю, что братство Карчинского – это ерунда по сравнению с этими героями СВО. Сколько нужно потратить было денег Буданову, чтобы подготовить Карчинского какого-то, приехать в Омск и взорвать отделение Сбербанка. И вот это пятно, которое приехало обратно после совершения преступления в Украине. Он обучился всему, чему надо, и идет в банкомат получать деньги. Все. Просматриваю Дудя и интересные беседы старые, пятилетние, с умными людьми, а таких было много. И он сейчас слушаю Невзорова с Дудем. И Дудь спрашивает, вам претензии были у Березовского, за какую сумму? Ну, какую сумму он взял, чтобы не мочить Собчака? И говорит, миллион, 10 миллионов. А Невзоров говорит Дудю, юноша, за эти деньги никто не возьмет, это копейки для такого масштаба людей. Речь идет о сотнях миллионах. И он говорит Дудю, что вы думаете, что вы свободны через свой интернет, но когда они захотят, вы опять заткнетесь. Да. Это было 5 лет назад. И он в своем пентхаусе стоит в Питере,
И тут говорит, а как это вот вы атеисты, и у вас пентхаус смотрит на церковь? Он говорит, молодой человек, это когда я покупал пентхаус, в советское время это была гондонная фабрика. Это, ну, в этом помещении, которое сейчас под церковь, выпускали презервативы. А я тут спрашиваю, это что, презервативы были тогда? Да, были, я помню. У папы, у мамы находил такие, они длинные были. Сегодня найду фотку, выложу в сообществе. И говорит, я покупал квартиру напротив гондонной фабрики. А потом это помещение захватили попы. И опять сделали церковь. Ну, в моем городе, я повторюсь, я боксировал. У нас была кожаная перчатка, шкиряная рукавичка. И мы были напротив костела, который точно такой стоит в Риме. Костел. Там сейчас правят эти службу поляки. Орган поставили. Очень старый костел. И этот костел, когда я боксировал, был маленьким. Там была школа ДСАФ, а перед ней военкомат в церкви. А в Свято-Николаевском соборе был и военкомат, и потом музей оружия. Первый миномет, который я постоянно продвигаю в массы, и пулемет «Максим», я видел в церкви, да. Я заходил в церковь и смотрел на пушки, да. Я потом не знал, что лет 15 жизни меня связывают с этим дульным тормозом, откатником, накатником. И теперь я показываю, куда надо бить по цилиндрам правильно. И слушал прекрасный влог Нагиева с Дудем вчера, переслушал. И получается, Нагиев рассказывает, как Собчак с Путиным играли в популизм. И иногда в маршрутке ездили обычной на работу. И питерцам это нравилось. И Дима Нагиев выкупил, когда они едут в этой маршрутке, и посаживался сзади, к ним садился. А Путин Нагиева знал в лицо, потому что Нагиев занимался продвижением в Ленинградской области Собчака. Развозил ветеранам гречку, там, колбасу. И Путин разворачивался лицом к Нагиеву и говорил, Дима, здравствуйте, вам там гречки и колбаски хватило? И это я ему отвечал, да, да, да. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Сегодня 47 минут. И часа не получилось. Я сегодня экономный. Больше тем нет. Про футбол я отдельно запишу маленький влог.